Всем привет! Это самые интересные новости за неделю в сфере IT от Mobiver. В этом выпуске ждем Nokia 7 Plus. США хотят заставить производителей техники не наглеть и флагманы от Xiaomi Mi 7 и Mi Mix 2S. Начнем. HMD Global взялись всерьез за выпуск смартфонов. Так, в октябре 2017 года было представлено Nokia 7, а теперь нам должны показать старшую модель – Nokia 7 Plus. Данные о готовящемся смартфоне засветились в Geekbench. Итак, Nokia 7 Plus будет работать на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 660. Оперативной памяти в смартфоне будет 4 ГБ, а постоянной 32 или 64 на выбор. В качестве операционной системы 8 Android. Больше пока о готовящейся новинке неизвестно, как и дата анонса и цена. США хотят решить вопрос с техникой, которую нельзя отремонтировать. Ведь все, наверное, сталкивались с ситуацией, когда сломанный смартфон или какую-либо другую технику невозможно отремонтировать через особенности конструкции, или ремонт выходит дороже или сопоставимо по цене с новым устройством. Законопроект, который запрещает продавать технику, которую сложно отремонтировать, сейчас рассматривают власти штата Вашингтон. Под нормы законопроекта подпадают, например, намертво приклеенные к корпусу батареи или корпуса, которые невозможно разобрать, не повредив его. И даже о софте, который искусственно замедляет работу гаджета. И если законопроект примут, производителям придется поменять подход к конструкции техники. Теперь не будет смартфонов, которые невозможно отремонтировать. Возможно, такие же законопроекты появятся в других штатах, а чуть позже, надеюсь, и у нас. Теперь перейдем к Xiaomi. Как же без них? В сети активно ходят слухи о младшей модели безрамочного Xiaomi Mi Mix 2S. Предполагают, что его анонсируют вместе с Xiaomi Mi 7 на выставке MWC 2018 в феврале. Но вот появились данные, что смартфон мы можем увидеть и раньше. По слухам, Xiaomi Mi Mix 2S должен получить меньший экран, чем у Mi Mix 2, с соотношением сторон 18:9. Работать новинка, скорее всего, будет на 835-м драконе, так как 845-й получит Mi 7. Также на борту смартфона будет 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 постоянный на выбор. Mi Mix 2S получит двойную основную камеру на 12 мегапикселей, а ценник будет на уровне $470. Ждем анонса. Кроме того, появились новые слухи о флагмане Mi 7. И если технические характеристики остаются без изменений, а это топовый 845-й Dragon 6 или 8 ГБ оперативной памяти и двойная камера с искусственным интеллектом. Также Mi 7 приписывает 5,65-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9, узкими рамками и беспроводную зарядку стандарта Qi. Возможно, также версия Mi 7 Plus с 6-дюймовым OLED-дисплеем и аналогичными характеристиками Mi 7. А вот цена в этом году на топовую модель от Xiaomi будет заметно выше. За Mi 7 придется заплатить не меньше $475. Но это все еще дешевле, чем у других производителей и даже китайских. Вспомним тот же OnePlus. А если сравнивать с ценой iPhone X или Galaxy S8 Plus, то за их стоимость можно купить целых 2 китайских флагмана. И это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте делать репосты данного видео в ваши социальные сети. Вам не сложно, а нам приятно. Всем удачи, бобра и хорошего настроения. Пока!